Thank <laughs> you. байгужин до сих пор не замужем глава первая а вы себя уважаете давайте порассуждаем на очень простую тему почему многие из вас живут с говном почему многие из вас встречаются с нищебродами с алкашами есть те кто встречается дома с котом те кто работает вместе с консьержками или те кто вообще одинок почему у вас куча проблем в голове. Откуда все это? Ну вот, вы воспитывались в царской семье. Ваш отец был королем. Мама была содержанкой на обеспечение. Все было хорошо. Вы видели правильные и гармоничные отношения. Вы видели, как папа любит маму, как мама не ходит убивать мамонта вместе с папой. То, что царят любовь и гармония. Так почему же вы встретили на улице говноеда? какого-то нищеброда, который сказал ⁇ Я тебя люблю ⁇ и ушли с ним в закат. Почему? Давайте будем потихоньку в этом разбираться. Весь вопрос заключается только в одном. А любите ли вы себя по-настоящему? Уважаете ли вы себя? Или вы себя нашли на свалке этого мира? Насколько вы себя любите? Настолько хорош ваш мужик? Зачем нам мужик с ресурсами? Затем, что мы верим, что женщина на планете Земля должна жить только за счет мужчин. Мы легко будем на свидании получать все, что хотим, просто потому что у нас байгужанская этика. Давайте подумаем, кому из вас не везет в любви и почему? Как сделать так, чтобы повезло? Как сделать так, чтобы все получалось? Что это за проблема такая? Ведь у кого-то автомобили, машины, счастье, Любовь, поцелуй перед сном в объятиях, рождение детей. А у вас какой-то ужас. Вас выбрасывают из квартиры или заставляют работать. У кого-то из вас банально не хватает денег на выживание, зато есть куча страданий с поносом. Так в чем же дело? Понятное дело, что все идет из детства. Как нас запрограммировали, так мы и живем. Вопрос в том, чтобы научиться переписывать эти родовые сценарии которые сидят у вас в голове в виде программ. Вот несколько категорий женщин, которым точно не везет в любви. Я их постоянно замечаю на своих семинарах. Первая категория ⁇ когда женщина, будучи девочкой, воспитывалась в нездоровой семье, в которой ни отец, ни мать не удовлетворяли эмоциональных потребностей ребенка, в семье, где не было любви, где был нарушен гендерный закон. Например, Отец был алкоголиком или просто слабым человеком, а мать, например, работала в три смены и говорила, надо пахать на заводе 24 на 7. Вторая категория, когда о девочке мало заботились. В будущем она превращается в няньку, потому что сама в свое время недополучила любви. Да, такие женщины начинают забывать о себе, полностью погружаясь в мужчин и включают этот так называемый материнский инстинкт они начинают спасать всех. Вот увидела брошенного котенка на улице – спасает. Увидела нищеброда вонючего – спасает. Увидела алкаша – отмывает, кормит его, дает ему денег и так далее. На самом деле, это очень хреновая история, которая ведет к тому, что вы всегда будете в слабой позиции. Если в детстве девочке не удавалось превратить папу или маму в любящих, заботливых родителей – то, повзрослев, она начинает испытывать безграничную любовь ко всем нищебродам на земле. Она начинает жить ради других, заботиться обо всех. Сначала она живет ради младшей сестры или младшего брата, потом ради мамы, папы, затем ради государства, после этого ради мужа и своих детей. Она не готова ничего получать взамен. Она просто банально не любит себя, не уважает себя, я патриотичная баба, и мне нужно родить ребенка ради страны, работать на трех заводах, да я могу даже умереть ради общего блага. Вот такая жизнь ради других. Очень опасная тенденция. В каждой из вас должен присутствовать здоровый эгоизм. Сейчас я вам об этом расскажу. Как поднять самооценку? В первую очередь вам необходимо заботиться о себе. Любить, лелеять, оценивать, уважать себя и так далее. Потому что все двигаются вокруг вас, а затем уже по остаточному принципу. Если вы внутри счастливы, если внутри у вас есть радость, то вы будете выливать ее на других. А если нет внутри счастья, то обычно такая женщина с низкой самооценкой не остановится ни перед чем, лишь бы помогать мужчине своей безграничной любовью. Она полностью отдается служению. У нее потребность такая. Она начинает любить изо всех сил, потому что ее недолюбили в детстве. Так быть не должно ни в коем случае, потому что дальше эти женщины берут на себя вину за то, что у них в жизни что-то не получается. Я виновата, что он пьет. Я виновата, что он меня бьет. Я виновата, что он не работает. Я виновата, что он нищеброд вонючий. Я виновата, что у нас нищебродские дети. Я виновата, виновата, виновата. Снова я во всем виновата. Все нормально, но я виновата. Куча вины, куча страданий. Вот эта жертвенность ведет к ощущению постоянного самоукорения. И, конечно же, потом начинается самоосуждение. «Я себя не люблю», «Я себя осуждаю», «Я себя ненавижу», «Пойду в храм помолюсь», «Может быть, там меня простят». А ведь нужно было лишь ответить на один вопрос, а уважаю ли я себя и разобраться со своей самооценкой. Самооценка таких женщин настолько низка, что они не верят, что достойны быть счастливыми. Они не верят, что достойны автомобиля в подарок, квартиры. Они не верят, что есть достойные мужчины, которые будут рядом, которые могут обслуживать ее, ухаживать за ней, одаривать ее. Она просто не верит и, соответственно, не принимает это. Но как только она встречает мужчину, который готов что-то отдать, угостить ее чашкой кофе, накормить, пригласить в ресторан или дать ей деньги на путешествие, закрыть ее кредит, она сама саботирует это, выкидывает его. Она говорит, это невозможно, ведь я недостойна любви. Но что за ложь? Что за обман? Что за страдания? Все вы достойны любви, уважения и почитания. И никакая мразь не имеет права обижать вас словами или делами. Не может не платить за вас или уходить от вас, не отдавать положенные вам деньги. Вы должны повторять это как мантру. Вы не имеете права не платить за меня в ресторане. Не имеете никакого вонючего права не ухаживать за мной перед сексом. Не имеете права не любить меня. Я достойна признания. Я достойна любви. Я достойна счастья. Вы должны повторять это перед каждым вдохом, перед каждым завтраком. В это должен поверить ваш мозг. Вы должны это повторять визуализировать, представлять, смотреть фильмы, знакомиться с байгужанками. Посмотрите на опыт успешных байгужанок, чтобы понять, что тоже достойны денег. Как вообще рождается самооценка? Хотите простой эксперимент? Возьмите листочек, ручку и накидайте за одну минуту основные ваши достижения за последние полгода. Например, создала авто, содержание, прошла курсы, например, по психологии, по обольщению мужчин или Покройки и шитью. Напишите свои основные победы, а затем свои притязания, цели. Счастье и высокая самооценка – это когда в числителе ваши победы, а в знаменателе – ваши притязания, ваши цели, то, о чем вы мечтаете. У женщин с низкой самооценкой очень велика потребность в том, чтобы контролировать поведение и мысли мужчин. Где ты был, что ты делал, с кем ты, когда, чего, Соответственно, есть куча страхов и ревности. Такие женщины стараются везде быть незаменимыми и необходимыми. Если ее кто-то зовет, она сразу бежит. Если вы себя так чувствуете, если так хотите быть необходимыми, то вы просто вонючие консьержки. Такие женщины работают медицинскими работниками, воспитателями, учителями, официантками, маникюрщицами и так далее. То есть они трудятся, потому что хотят быть необходимыми для своего начальства. Байгужанка вообще не такая. Ее приглашают, например, работать в маникюрный салон. Говорят, пойдем поможем всем самкам, пострижем им ногти, вытащим грязь из-под ногтей. Она говорит, мне неинтересно помогать людям. Идите со скалы, твари вонючие. Понимаете? Когда ее зовут помочь в вопросах бухгалтерии, предлагают покрасить кому-то волосы или быстро поставить больному укол, Байгужанка говорит «Идите нахрен, мне неинтересно, до свидос». Просто девочка умеет говорить «нет». А если она этого не умеет, то все, крышка. Она, как говорят, в каждой бочке затычка. Куда бы там мама, папа, родственники не позвали, все она побежит и сделает. Она будет кошеварить, готовить, стирать, убирать, как рабыня. Что за отношение такое к жизни? Что за любовь такая к себе? Просто говорите «я не хочу», «я не буду этого делать», «я отдыхаю». Такие женщины, к сожалению, в основном живут в грезах. Они не действуют. У них от мысли до действия пропасть. Это, кстати, и определяет консьержик. Консьержка приняла решение уволиться с работы, познакомиться с мужчиной, приняла решение увести мужика из семьи, создать машину или квартиру, но до действия, то есть до первого шага, у нее пропасть, она ничего не делает. А байгужанка приняла решение, откопала мужика в социальных сетях и уже сегодня с ним общается, уже взяла телефон. Завтра у них свидание, послезавтра квартиры, машины в подарок. Все сразу, мгновенно, быстро. Консьержки обычно любят всепоглощающей, испепеляющей любовью. Они жизнь готовы отдать ради своего мужика, просто потому что имеют такую потребность – все время всех спасать. Только сильные, устойчивые, достойные мужчины таких женщин не устраивают, потому что их нельзя спасти, все очень просто. Миллионеры консьержек не интересуют, потому что миллионера невозможно спасти. Вот этот синдром спасительницы – самый ужасный синдром консьержки, который вызывает ощущение жертвенности и самоосуждения, саботажа.